Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби, Ассасин, Стаканчики, Нот. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Сегодня мы играем на очень классной карте Лабиринт, и у нас Чужой, но сегодня не так, как обычно будет, потому что Чужой будет играть Серега. Я буду просто выживать. Серега, ты готов быть за Чужого? Да. Если тебе кушать, приятного аппетита. Пацаны, разбегайтесь по всей карте. Начинаем выживать. Серега, ты пришел ко мне. Блин, это жесть. А я слышу лапки. Топ-топ-топ-топ. Я догоню тебя. Мне так страшно, отвечаю. Мне очень страшно. Ты можешь от меня отвалить? Пожалуйста, отвали. Нет. Ребята, ставьте лайк у всех. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Блин, ты мой труп съел. Блин, я так реально испугался немножко. Ого, сколько бежать. Ребята, сейчас поставлю спауны, чтобы далеко не бежать. Кстати, у нас уже новогодняя карта. Серега, ты вообще ожидаешь, что через месяц Новый год? Какой месяц? В следующем месяце Новый год. Так что, ребята, ставьте лайкосик, если вы хотите Новый год. Посмотрим, сколько нас уже насобирается. Потому что я тоже поставлю сам себе лайк. Так, Серега. А ты стал большим? Да. А можно оружие брать? Да. А чё ж ты раньше не говорил, тебя убил бы? Эй, так нечестно, ты читеришь, как я. Да. А сколько у тебя жизней? 1000. 1000. Так, я слышу, как оружие себя выдает кто-то. Я иду искать вас. Эй, ты не ищи нас сильно. Ищу. Дай запрятаться еще. Но я убегаю. Получится, я знаю, что у меня получится. О, привет. Давайте фонарик подрубим. Енот ходит, я ему кошмарю. Ты чего, пугаешь? Да. Пацаны, готовьтесь. Сейчас будет отсюда идти. Ждите, 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 сейчас будет. Да, сейчас будет вам смерть. Ого, как громко. А вы где? Слышишь выстрелы? Да, далеко. Давай, иди к нам, секунд. А еще можно чуть-чуть? Готовьтесь, пацаны, готовьтесь. Я не бачу. Ты врешь. Я Димаса кошмарю. А чё ты не станешь видимой? А я внизу бегаю. Я же тоже могу взять, короче, этого челика, который... Какого челика? Который может стать невидимым и убить тебя. Я просто слушаю тебя. Ребята, он меня съел. Блин, это такое ощущение неприятное, когда тебя съедаю, да? А как ты нас так быстро сожрал? Свои же завалили. Да. Пацаны, ну что уж вы. Что-то не знаю, урона не наносится, и хотя я взял. Может, ну-ка стоит еще неуязвимость? Ну-ка, выстрели в меня. О, все, урон наносится, Может, мы косые, просто руки из жопы? Опа, тут два челика застряло. Я вам помогу. Съешь их. Так, ребята, внимательно смотрим. Так, где он? Где-то бегает, я вижу. Вижу, где-то... Так, енота не буду трогать, я его уже ой, съел. Пацаны, обстоятельства. Ой-ой-ой, ассасин, ты что, дурак с детства? Мы же против не друг друга играем. То я так, обстоятельства, не докинула граната. Ветер. Сережка, я тебя жду. Но только ты когда вылезешь, не убивай сразу. Давай повалимся. Так. Ну поуклоняйся хоть. Нормально выносят или не? Да. Эх, говно. Сколько вынесло? Да почти убил. Да? Так вылазь. Не. Ты сыкун вонючий, как я.
Стреляет по всему, что видит. О, так пули светятся, смотри. Да. Есть! Сразу, ребята, видно, поставили лайкосик, и поэтому я тебе, Сережечка, выиграла. Идемте к нему. Пацаны, мочите, пока он меня мочит. Убивай, убивай его. Ну, сзади, сзади, МНК, совец. Ну, что ты не смотришь? Все, я прячусь от вас. Теперь ваш. Ой, такой выстрел, звук классный. О. Димас, ваша да. Задача меня теперь найти в лабиринте. Только ты ж невидимый становишься постоянно. Не. Мы тебя поймаем, думаешь? Да. Опа, минус один. Эй, обжора, оставь меня одного. Нет, я все сам съел. А что произошло? Ничего не произошло. Нет, это тоже не то. Бульбазавр. Обстоятельства. Надо какое-то мне взять оружие, снайперку, Сережка. Давай. Ты готов? Сейчас буду издалека тебя пытаться убить. Но если получится, не обещаю. Вот, вот оно. Так, это не он. Минус бульбазавр. Эй, ты убил нашего. Прекращай, минус Сережка. Так, блин, минус оружие. Да надо оружие взять. Вот. Так тебя невозможно убить, ты очень быстро подбегаешь и сразу мочишь. Ой, я на спаун убежал. Не, я валю, я текаю. Так, ребята, давайте преследуем. Охотники против чужого. Не, Серега, не ты какой-то добрее. Жесткий, я был добрее немножко. Да, добрее, в кавычках. Ты понял, да? Это был сарказм. О, что там такое? Давайте сюда. А, небольшая такая карта, где мы можем тоже использовать для записи, но что-то поменьше здесь будет. О, мне это нравится. Чпоньк. А чё тут? О, жизни можно пополнить. Офигенная карта. Эх. Так, Серёжа. Да. Ты где? Я в лабиринте, где ж еще? Я сейчас, короче, буду сбрасывать на тебя небольшие бомбочки. Они не будут тебя убивать сильно. Они реально маленькие, небольшие. То есть такие локальные. Почти попал. Да? Попадаю? Нет. Как не попадаю? Я же попадаю. Это я дезинформирую. Серега, знаешь, я на тебя сейчас буду сбрасывать бочки с говном, но они взрываются. Это с Half-Life 2, понял? Бочки с говном? Чуть не похоже на бочки с говном, не могу. Скорее бочки с дерьмом. Ну блин, как тебя убить? Вот, я знаю. Я вспомнил, у меня же есть. Вот, вот эти бомбочки, они локальные. Сережка, где ты? Я думаю, что вот тут ты где-то. Попал? Холодно. А, ну давай, холодно, вот так вот. Холодно. Только вот по-честному говори. Ну, а так? Прохладно, как в трусах. Прохладно, как в трусах? А тебе в трусах прохладно? Видимый. Видимый? Я не читерю, сразу говорю, как обычно. А так? Ты читер, ты летаешь там? Нет.
Да. А как ты так? Нет. А я по тебе попал или нет? Нет, я вообще в другом месте был. А так. А так. Ну это уже горячо, Дима. Ну ладно, это были очень большие бомбы, но было интересно. Давай еще разок, только теперь по-честному, мы против тебя, и можно использовать любое оружие, кроме админского. Да. Все, давай, да. Серега, последняя схватка. Все по-честному, кто проиграл, наблюдателем становится. Все, раз, два, три, ПВП начинается. Я как этот в Battlefield заныкался. А, вижу его. Он где-то там. Так, пацаны идут. Внимательно наблюдаем. А вон гасовец пошел. Давайте возьмем что-нибудь посерьезней. Убил? Нет, я его убил. А я тебя ранил? Да. Нормально так ранил? Да. Довольно-таки сильно. Ты это, зализываешь раны, да? В шахту залазишь. Да. Все, минус. Слышу. Это гамовер опять. Попал? Да, попал. Это было рядом, да? Это было под хвоста тебе. Ты кабака, Димас. Ты давай вылазь, подлый трус. Да, вылезу сейчас. Я же тебя должен убить. Убьешь. Блин, ну внизу неинтересно, тебя тяжело увидеть. Тем более у тебя очень большое преимущество. Ребят, слышу, вылез. А где? А нигде. Ты чё, обманщик, что ли? Так, ребята, наблюдаем, вон он. Наблюдаем. Я видел, как ты бегаешь. Все, минус ассасин. Пацаны, наблюдайте, когда проиграли. Так, ассасин выбыл. Енот АФКшит. Эй, жопа! Хорошо я по тебе попал? Да. 30 хп снес. 30? А чё такое конченое оружие у меня? Ой. Этот выбыл. Этот не выбыл. Нельзя. Эй, выходи, подлец. Подлый трус, вонючий. Выходи! Давайте жить дружно! Нет, выходи! Ура, ребята, я заморозил чужого! Что ты, щенок вонючий? Эхе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рупом ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!